В интернет я захожу, пусть меня научат. Алтайский край присоединился к всероссийской акции «Урок сетевой безопасности». На протяжении недели во всех школах Алтайского края пройдут классные часы, встречи с провайдерами и конкурсы. Вести их будут школьные педагоги и представители IT-сообществ. Методы традиционные для обычных школьных уроков по математике или природоведению. Детей учат самостоятельно отвечать на вопросы, связанные с жизнью в интернете. Кого добавлять в друзья, как общаться в чатах и какой информации доверять. Закончится акция в субботу, 31 октября. Разработаны методические рекомендации как на всероссийском уровне, так и краевые наши методические рекомендации, сценарии уроков. Сами учителя активно принимают участие в разработке таких мероприятий. И вот этим банком мы пользуемся, этим опытом, в принципе, обмениваемся. И уроки проходят на высоком уровне благодаря этому.